Первой точкой стал хутор Усатого Балка. Гостей встречали в сельском доме культуры. Для взрослых и детей организовали праздник, где они получили в подарок книги. Конечно же, участники читали стихи, отгадывали загадки и водили хороводы. Ну что, ребятки, пускай все ваши желания исполняются. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. А вам здоровья, приходите к нам. Ой, спасибо большое.